Привет, мои хорошие, с вами Селена Свей, и сегодня у нас будет интересный DIY. Я расскажу вам отличную идею, как сделать вот такую замечательную ручку. Если вам интересно, оставайся со мной. Итак, нам понадобится ручка какая-нибудь и пистолет клеевой. Начинаем клеить, просто сверху выливаем, клей начинает капать. Все это на убыстренке покажу. Естественно, у всех будет это все происходить разное. Не обязательно получится такой рисунок, как у меня. Может, получится красивее даже. В общем, как хотите, сбоку, с припеку. Главное, чтобы клей вот так стекал у вас, как бы капельками. Вы можете вообще всю ручку сделать, можете только кончик сделать. В общем, я нашла подставку еще какую-то. Это, кстати, важно. В кисточку засунула, в густую. В общем, потом я взяла лаки, когда клей подсох. И вот в таком порядке, как мне нравится, цвета, которые мне нравятся, я раскрасила. Когда все высохло, очень красиво оказалось. Все, вы можете взять и красный, и чисто белый. Можете вообще прозрачное оставить, если вам так нравится. Оно как сосулька такая получается интересная. Вот, поэтому, если у кого-то есть вот такой клеевой пистолет, попробуйте обязательно это сделать. Мне кажется, что ручка, вот она такая сексуальная, она как волшебная палочка какая-то такая, в общем, очень необычная. Я уверена, что в школе или в институте ни у кого такой не будет. Я теперь с удовольствием ей буду пользоваться, она у меня будет вообще для красоты стоять. Вот такая вот красота получилась, моя волшебная палочка. Смотрите, как она красиво смотрится, ну просто секс. Понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, и мы с вами увидимся в следующем видео. Пока-пока!